Приветствую вас. В какой-то степени все достаточно просто. Вы хотите в глубине души, чтобы вас бросили? Вы в глубине души боитесь близких отношений? И именно это, именно по этой причине вы начали помнить. По этой же самой причине вы выстраиваете такие отношения с людьми, что вас, ну, как бы с вами в отношениях находится только по причине вашей фигуры, потому что сами не могут находиться в отношениях по причине того, например, что вас там ценят и так далее, да? То есть я хочу сказать, что вы даже не задумывайтесь о том, к примеру, что мужчина-то любит вас только за фигуру, судя по всему. То есть он не хочет с вами быть, если у вас будет другая фигура, и вы боитесь пополнять, то есть вас не смущает тот факт, что человек готов вас бросить, понимаете? И это говорит о том, как вы к себе относитесь. Это говорит о том, что вы относитесь к себе примерно так, что там со мной будут только если я буду обладать, например, идеальной фигурой. Если идеальной фигурой обладать я не буду, то меня бросят. Соответственно, я недостойна того, чтобы быть в отношениях или там, быть счастливой. Просто так. Ну, какие-то условия. Вот. А если значит, эти условия даются, если эти условия создаются, то, к сожалению, эти условия ведут к тому только, что вы себя продолжаете обесценивать просто все больше и больше. Вот. И условия сводятся, так или иначе, сводятся к тому, чтобы доказать себе, что вы недостойны отношений. Вот. И это проблема. На мой взгляд, это проблема. Вот. То есть это проблема именно вашего отношения к себе, как мне кажется. Вот. Хотя я могу здесь ошибаться, безусловно. И
Соответственно, когда вы находитесь в отношениях, да, вот, когда вы находитесь в, с кем-то, когда вы находитесь, я думаю, что у вас есть страх, что вы окажетесь брошены и подсознательно вам сложно в этом состоянии находиться. И вы желаете от этого избавиться. И отсюда ваша полнота, чтобы отпугнуть от себя человека, чтобы оттолкнуть его, потому что близости такой вот близости настоящей вы, как мне кажется, боитесь. Вот. Понимаете? Такая штука. Такой момент. И, соответственно, вам надо бы себя принять. Вот. Вам надо бы пересмотреть отношение к себе. Вот. И более ценностно к себе относиться без вот этой вот позиции, что со мной будут там только если там, ну, грубо говоря, со мной будет идеальная фигура. Потому что, ну, какая бы идеальная фигура у вас ни была, как бы, если эту идеальную фигуру будут наблюдать каждый день, ну, люди, ну, ваш мужчина, да, вот, то я боюсь, что это так или иначе надоест. Ну, то есть, что угодно, на самом деле, может надоест, да, если это видеть там, грубо говоря, постоянно. Вот. То есть, от этого, как бы, ну, никуда не деться, к сожалению. Вот. Поэтому, идея заключается в том, что вы действуете вот, в какой-то степени целенаправленно, чтобы избавить себя от отношений, чтобы избавить себя от риска, от риска, риска того, чтобы оказаться брошенной, оказаться ненужной, оказаться не у дела, оказаться какой-то, может быть, никчемной и так далее, кем вы себя считаете. Вот. Ну и там, грубо говоря, попытка вот фигурой своей заполнить эту пустоту, да, попытка, она, конечно, как не прискорбно, да, она не работает, потому что все это лишь, знаете, как, все это усиливает только напряжение.
но не спасает. Ну, не спасает вас, и не решает ваши проблемы, к сожалению. Вот. Собственно, такой ответ, и ничего удивительного, что ваш организм пытается вам помочь. Вот, нет ничего удивительного в том, что ваше тело, по сути, значит, вытесняет вас из отношений, потому что у вас в глубине души есть, вероятно, столько убеждений, что если я буду, ну, если я буду в отношениях, то я буду страдать. Вот. И, соответственно, быть в отношениях и, условно говоря, не страдать, нельзя. Ну, то есть вы не можете, ну, я не могу. Вот. Такая вот здесь идет картинка. Вот, и я, конечно, понимаю, что вам трудно, я понимаю, что вы находитесь в напряжении, вот, но подумайте, пожалуйста, вот о чем. Почему вы так боитесь, что мужчина, ну, мужчина вас бросит? Что произойдет, если мужчина вас бросит? Что случится, если мужчина от вас уйдет? Что произойдет? Вот. Я бы очень хотел, чтобы вы на это обратили бы свое самое пристальное внимание, потому что это очень важно, это очень важный момент, это очень важная составляющая, понимаете? Вот. И, ну, если вы хотите разобраться в этом, да, если вы хотите, значит, ну, чтобы не было вот такого, чтобы не было таких ситуаций, да, вот, чтобы вы как-то, ну, лучше себя чувствовали, чтобы вы лучше себя ощущали, вот, то нужно, нужно условно говоря, над собой работать. Вот. И тогда у вас обязательно все получится. Вот. Но если оставить все как есть, да, вот, то в общем и целом ситуация может остаться такой вот много времени, не меняться. Думаю, решать здесь, конечно, только вам, безусловно. Вот. Ну, это вот то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, да, и психотерапии. То есть нужно понимать, да, что тело, которое у нас, оно, ну, как бы соответствует нашим желаниям, и тело старается делать то, что мы хотим. Вот. Только как бы, ну, за исключением того момента, что мы как бы не всегда понимаем, чего именно мы хотим, да,
Вот, мы не всегда даем себе отчет в том, чего мы хотим. Вот, а тело понимает лучше, и поэтому у него получается быстрее реагировать на какие-то моменты, ну, вот, которые, ну, сознательно мы, может быть, понимаем не так хорошо, не так ярко и так далее, и так далее. И чисто сознательно мы можем стремиться к одним вещам, мы можем делать одни вещи, но бессознательно, точнее, то, что касается нашего тела, вот, мы, ну, значит, оказываемся в несколько других ситуациях, мы оказываемся в несколько других моментах и сами не всегда понимаем и не всегда знаем, что можно с этим делать. Вот поэтому необходимо ваши конфликты внутренние найти, вот, разрешить их. И, ну, я думаю, что тогда ситуация, ну, сможет нормализоваться, да, потихонечку, я думаю, что потихонечку ситуация нормализуется. Вот это, может быть, будет происходить не сразу, конечно, да, то есть это может занять время, вот, но, по крайней мере, вы получите возможность что-то в себе поменять. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вы все-таки будете ценить себя больше, чем вы, ну, чем вы цените себя сейчас. Я очень надеюсь. Вот, и я надеюсь, что в будущем, в том числе и работа со специалистом, позволит вам не зависеть от таких факторов, как полнота и так далее. То есть я надеюсь, что, ну, что вы вырастете лично, как личность вырастете. Вот, и будет устраивать отношения более зрелые, ну, личностно более личностно зрелые, вот, такие, что будут ну, видеть вашу ценность полностью, а не привязаны к какому-то определенному аспекту. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь.